Украинскую певицу и ведущую «Орла и решки» Регину Тодоренко в Америке хотели оштрафовать за прозрачное платье на 10 тысяч долларов. Регина решила потратить свободное время с пользой и в компании оператора Олега Богдана отправила снимать новый видеоклип на песню «Ливерпуль» в знаменитый каньон Антилопы, расположенный на юго-западе США. Для съемок нового видео Тодоренко выбрала светлое полупрозрачное платье. Китайские туристы не оценили выбор артистки и, недолго думая, обратились в полицию и пожаловались, что в общественном месте разгуливает обнаженная девушка. А еще клип снимали прямо во время экскурсии, разгоняя из ущелья китайских туристов, которые все время бегали с фотоаппаратами. Как рассказала Регина, инспектору долго пришлось объяснять, что она была не голая и не пыталась никого оскорбить развратными действиями. На объяснение они потеряли много времени, но съемки клипа все же завершились благополучно. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!